Все экстренные службы Приморья брошены на ликвидацию последствий ливней. Потоплены сотни домов, повреждены мосты, размыты километры дорог. К восстановлению трасс подключили спасатели из соседних регионов. Работает тяжелая техника. Однако, по оценкам специалистов, чтобы полностью наладить движение, уйдет не меньше недели. За июль выпало уже около 2-месячных норм осадков. Таких дождей в регионе не было четверть века. При этом непогода сдавать позиции не собирается. Синоптики обещают дожди в ближайшие несколько дней. Жителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов.